Добрый вечер. Что здесь произошло? Какая ваша машина? Произошло ДТП. Я владелец автомобиля Nissan Almera Classic, номерные знаки ВИ-990АР. Стоя на перекрестке, на регулированном, на красном светофоре, ожидая знак зеленого света. Тут по встречной полосе, по полосе встречного движения на меня просто несся Мерседес белого цвета. Номерной знак ВИ-7717ВХ. В это время владелец автомобиля ВАЗ-21011 выезжал на регулируемом перекрестке на свой зеленый свет. И, то есть, ДТП было уже не виновать. Мерседес протаранил ему переднюю часть автомобиля и уже боковой частью врезался мне в стоячую мою машину. Ну, это вот так вот. Понятно. Значит, спасибо. Люди, свидетели были, люди переходили пешеходный переход, ну и, естественно, начали разбегаться от ужаса, что машина просто тупо неслась. Что вы скажете по этому поводу? Ну, моя машина «Жигули» ВАЗ-21011, выезжая на разрешающий свет светофора, оно так произошло, все быстро, на большой скорости «Мерседес» проехал. Зацепил мое крыло и пошел юзом и ударяет машину Nissan. Ну, больше нечего сказать. Понятно. Хорошего мало. А скажите, пожалуйста, говорят, пострадавшая женщина есть? Сейчас она проходит медицинское свидетельствование, то есть сделали снимки, ждем результатов. Да, вызвали скорую, потому что явных следов было гематома и не кровопотечение, а просто потрескались капилляры на голове. Это в вашей машине женщина? Да, это в моей машине просто. И после минут 15 времени, после того, она сказала, что ей становится хуже, подташнивать начала. Ну, все признаки... сотрясение головного мозга. То есть забрали в больницу на скорой помощи, и сейчас она проходит. Какую больницу? Сделали снимки, я не знаю, в скорую забрала, или в скорую повезли, или в с первую. С ней связь есть? Да, с ней связь есть, я только что созванивался. То есть она пока, головная боль, подташнивает, разговаривает, все нормально. Вот делают снимки и вызвали невропатолога, узнать результаты, что там. А кто-то из вас видел водителя Мерседеса? Он да, трезвый? Конечно. Почему-то никто не захотел проходить алкогольного тестирования. Я предлагал сотруднику ДПС. Но ничего ГАИ. Никак но он сказал, сейчас подъедут, но кто подъедет, мы так и не поняли. Понятно, спасибо.